Флорболисты Анапы вошли в тройку сильнейших в стране. В Великом Новгороде прошел всероссийский турнир по флорболу, который объединил более 120 команд со всей страны. В самой конкурентной возрастной группе 2012-2013 года рождения было представлено 24 команды. Сборная команда нашего города вышла в плей-офф со второго места в группе и смогла дойти до полуфинала, где уступила команде «Барракуда» из Северодвинска, по итогу ставшей чемпионом турнира. В матче за третье место наши спортсмены одолели местную команду «Йети Пираньи» со счетом 6-1 и смогли завоевать бронзовые медали престижного турнира. Нападающий нашей команды Владислав Ширинян стал лучшим нападающим турнира в возрастной группе 2012-2013 года рождения. Поздравляем команду и Федерацию флорбола Анапы с отличным результатом. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный комплекс «Акуна Матата».